Новый стол. Презент. Новый стол. Новый. Не будешь? Давай, давай. Давай, давай. Новый стол. Анса. Вот это, Бен. Давай, давай. Да, стол. How are you? I'm fine, thank you. Yeah. Yes. Доста? Чудия, давай, давай, ки. Доста? Чудия, давай, давай. Краб, царя, побеги. Побеги, побеги. Дети, гай назад. Давай, давай. Привет. Мне кажется, тут рядом дорожка есть хорошая. Может быть, туда перейти? No, no, dance. No. Пойду. Не, я сюда. Пойду здесь пройдусь. Там есть параллельная улица, по которой я редко прохожу. Здесь пшеница, да крупная. Крупная пшеница. А здесь какие-то приправы. Пахнет клопами. Ой, ужасно. Я не знаю, как она называется. Но, видимо, это популярная приправа. Все ее себе сажают. Здесь чеснок. Вот это опоры линий электропередач мощные. Капуста, чеснок. Пойду здесь, пройду между грядками. А вот еще какие-то... Вот что это такое? Земли торчит, непонятно. Но это не дайкон, это что-то другое. Вот такая верхушка с белыми цветами. Вот такой стебель. И внизу корень вот такой вот. Сейчас покажу. Вот. Вот такие корни у них. Что это? Я не знаю. Интересное какое-то растение, видимо, съедобное. Культивируется. Вот здесь много их. Аккуратно пройду, чтобы нигде не наступить. Тут рядом дорожка. Пойду по ней. Что это такое? Я и в продаже такого не видел. Баклажаны висят. Вот они. Давай, давай, давай.
Здесь люди огород поливают, помпа работает. Интересная дорожка. Я бы, пожалуй, по ней прошел. Вот так вот, наверное. Сюда. А, привет. Вот. Я вышел на интересную дорожку. Здесь, видимо, кормушка для скота сделана. Но я пока еще во дворах. На улицу еще не вышел. Привет. Кофе Кэнди. Привет. Здесь мечеть. Еще одна асфальтовая дорога. Привет. Здесь, видимо, чайный магазин. Объявление висит. Ага, вот. Привет. Через 400 метров поверните направо. Привет. Не буду слушать навигатор, потому что та дорожка, которой хочу пройти, на карте не обозначена. Мне надо прямо. Привет. Здесь, видимо, надо идти по необозначенной на карте дорожке. Она изображена пунктиром. Вот она.
должна идти прямо. Если здесь проход. Дворы. Нет, прохода здесь нет. Привет. Люди сидят, шьют, удивились, увидев меня. Как здесь выметено, чисто. Ни одной травинки, ни одного листика. Все веточки сложены вот так аккуратненько. Листики все вот так аккуратненько собраны. И вот напротив дома своего люди чистоту навели. Видимо, вот моя дорожка нашлась. Да, это она. Это она. Привет! Презент. Кофе кэнди for children. Thank you. Начинаются самые интересные места. Вот такие места здесь найти непросто. Все асфальтировано. А вот помидоры полегли уже. Их тут довольно-таки много. Не очень они крупные. Вот эти помидоры очень вкусные. Сейчас как раз сезон у таких помидор. Их продают зеленоватыми, недозрелыми, недозревшими, потому что у них очень, как только они поспеют, буквально 3 дня на подоконнике поспевают. И тогда у них прям кожица очень нежная становится, легко снимается. В общем, чтобы она не повреждалась, их продают зеленоватыми. Купать надо немножко заранее. Полежат несколько дней, и они прям изумительный вкус приобретают. Привет! Презент. Подойду, угощу детей конфетами. Люди работают в огороде. Сколько у вас? 4, 5? Возьми. For children present. Застеснялись, убежали. Один остался.
Тут телята в сарае. Здесь уже урожай собрали. Здесь тоже. Здесь перепахали уже, побронили. Земля просто пух. Бананы посажены. Мощные такие листья, широкие. Колонка. Папайя с плодами. Вот они. Крупные. Вот так они выглядят. Очень вкусные эти плоды. Но они не хранятся совершенно, поэтому у нас их, видимо, и не продают. А если и продают, то там, наверное, килограмм 1000-2 стоит рублей, не меньше. Потому что очень сложно их довести и сохранить. Они буквально на второй, на третий день уже начинают перезревать и портиться. Так, дорожки расходятся, но мне, по всей видимости, прямо. Там дальше фабрика какая-то. Не хотелось бы к этой фабрике идти. Гудит, работает. Сейчас посмотрю по навигатору, может быть, есть возможность изменить маршрут. Вот прямо большая фабрика. Перерабатывающая какая-то.